В островной столице готовится к форуму «Образование. Энергия будущего». Он станет уже пятым по счету и охватит ряд площадок. На них актуальные вопросы будут обсуждать преподаватели, ученики и их родители. Форум пройдет в Южно-Сахалинске с 22 по 24 августа. Одна из ключевых тем – роль системы образования в развитии нашего региона. Обсудить, возможно, внедрение каких-то новых технологий современных, а также понять современное законодательство, те обновления в содержании образования, которые на сегодняшний день актуальны. Подать заявку на участие в форуме можно на сайте Института проблем образовательной политики «Эврика».